We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello? Do people hear me? Добрый день. Меня слышно? Надеюсь, что да. Сердечно всех приветствую. Надеюсь, что меня слышно. Да, да, мы друг друга слышим. Я рада. Госпожа модератор с нами? Слышно ли меня? Мне кажется, что у нас связь на секунду порвалась, но если были бы еще проблемы, дайте мне, пожалуйста, знать, потому что, как известно, соединение недалеко не всегда может быть стабильным, но мы все-таки все люди и сможем, надеюсь, справиться с такими проблемами. Тогда я попрошу участников нашей дискуссии включить свои камеры, чтобы мы могли посмотреть, все ли на своих местах. Участников должно быть пятеро. Пятеро тех, кто онлайн, и два человека на месте в Катовице. То есть все у нас на месте. Тогда начинаем. Сердечно всех приветствую. Здесь, в Пекине, середина ночи. Меня зовут Люшин. Я представляю китайскую глобальную телесеть. Мы будем тут говорить о создании справедливых условий трудоустройства и компетенций в будущем. Встречаемся в рамках 16-го выпуска ИГФ, который проводит в Катовице, в Польше, в гибридной формуле. К сожалению, я не смогла доехать в этот город, но, к сожалению, у нас в распоряжении есть технологии. Итак, будущие работы, будущее трудоустройство. И будем помнить, что мы встречаемся с различными изменениями, которые мы наблюдаем на рынке. Мы видим, что растет спрос на специалистов из области информационных технологий, что видим развитие технологий, что машины все чаще перенимают часть обязанностей людей. И вот, например, может быть, в будущем моя работа будет заменена автоматом компьютерной программы, которая будет вести новости в цифровом виде, и телеведущая, у которой всегда будет замечательный макияж. Поговорим о будущем, о том, какие изменения необходимы на рынке, чтобы узнать, каковы изменения впереди, узнать, как правительство, международный сектор и частные организации могут сотрудничать друг с другом более тесно для внедрения новых технологий и справления с негативными последствиями этих технологий. Будем говорить о возможных различиях между странами, о разных возможностях, а также об образовании, в том числе раннем образовании, который сосредоточивается на предметах из группы STEM, и о том, каким образом созданные политики могут помочь работникам и всему обществу справляться с теми переменами, наличия, частью которых мы являемся. И надеюсь, что эта дискуссия будет интересной и плодотворной и для тех, кто участвует в ней непосредственно в Катовице, и тех, которые нас смотрят. Позвольте представиться, наши участники. Госпожа Кармен Лигия Вальдерама, министр информационных технологий и коммуникаций из Колумбии, вскоре к нам присоединится. С нами также господин
Войцех Мурдзек, государственный секретарь в Министерстве науки и образования Польши. Если я неправильно произнесла имя и фамилию, то исправьте меня, пожалуйста. С нами будет также господин Торстен Шефа Гюнтен, который является членом общества по международному сотрудничеству из Германии. И с нами также госпожа Риналя Абдулрахим, старший заместитель председателя по стратегии, коммуникациям и вовлеченности в интернет-общество. С нами господин Люк Маккент, директор по развивающимся рынкам и правительственном секторе, который представляет организацию LinkedIn. Приветствуем господина Джона Вамвакитиса, директора по образованию, по международному образованию от Google, и господин Гбенга Сезан, исполнительный директор Paradigm Initiative. Аплодисменты я почему-то не слышу, но надеюсь, что они прозвучали, или, по крайней мере, мы можем их себе представить. Среди нас замечательные гости, представляющие разные регионы и с разным опытом. Приступаем тогда к работе. Во время этой дискуссии затронем три главные темы. Я попрошу наших собеседников поделиться своими взглядами, своим опытом на эти три темы. У каждого из докладчиков будет до 3 минут. И надеюсь, у нас будет возможность услышать разнообразные голоса. А потом еще 4-я сессия, которая подведет итоги встречи. И первый вопрос, который касается политик. Сейчас одной из самых актуальных тем дискуссии – это необходимость в политике, направленной на обучение на раннем этапе STEM, то есть технологиям и науке. Как, по-вашему, можно ответить на такую глобальную потребность с точки зрения публичного, частного сектора, сектора неправительственных организаций? Позвольте мне попросить представителя страны-хозяина взять свое слово. Господин Войцех Мурдзек, государственный секретарь Министерства науки и образования Республики Польша. Приглашаю вас. Это все вытекает из динамики изменений, которые сейчас проходят, а эта динамика еще ускорилась в связи с этим сложным пандемическим временем, в котором мы отдали себе отчет в наличии таких пространств, которые являются пространствами неимоверно чувствительными. Не только имеется в виду пространство здравоохранения, но также и пространства, связанные с экономикой, которые впоследствии пандемии во многих регионах мира сильно встряхнулось. Я думаю, что также в сознании всех присутствует осознанность в некотором противоречии. То есть, с одной стороны, долгие годы образовательного процесса, чтобы подготовить наших детей, потом молодежь, студентов и молодых работников к тому, что происходит на рынке труда. С другой стороны, динамика изменений, которая показывает, что действительно приходится отвечать на вызовы действительности такой, какая нас окружает, и требования, условия, которые иногда изменяются скачкообразно. Следующий вызов – это вызов, наверное, всемирный, чтобы создавать механизмы некоторого опережения, прогнозирование направлений существенных с точки зрения развития цивилизаций, государств, экономик или мира, но также и в пространстве культурных изменений. То есть, чтобы образование находилось на шаг вперед,
в сравнении с этими изменениями. И я думаю, что в международном масштабе нужно поддерживать те учреждения и практики, которые позволяют удовлетворить этим вызовам, возможно, лучшим способом. Я осознаю, что некоторые вопросы начинаются на очень раннем этапе. То есть, например, в Польше, смотря на план восстановления после пандемии, в него внесен прочный элемент цифровизации в школах, но уже начиная с укрепления цифрового образования через потом различные формы игр, но мы спускаемся даже до уровня детсадовского обучения. Потом важно и то, чтобы такую программу следить за ней, проводить ее на уровне ранних классов и дошкольного образования. И тут проводятся разговоры с сотрудниками этой сферы на проверку, насколько эти учреждения подготовлены, чтобы это сделать процесс привлекательным и для детей, чтобы через забаву дети обучались программировать роботы, которые потом оказываются нужными в промышленности 4.0. Это все нам приходится делать уже сегодня, зная, что это вызовы цивилизационного характера. В то же время, кроме этого сознания и поисков пространств, которые создают вызовы, в поисках новых вызовов мы должны адаптировать те программы, но в то же время вся инфраструктура должна быть к этому подготовленной. То есть мы должны замечать необходимость того, чтобы в программах нашлись описания явлений, которые используют водородную технологию, к примеру, или искусственный интеллект, объясняя доступно, что это обозначает. Но также и замечая, что молодежь вовлекается этим виртуальным миром, и показывать им тогда, что мы делаем, или то, чему мы учимся, должно переводиться на этот реальный мир. То есть если мы думаем о промышленности 4.0 и роботах, то имеем в виду не только программирование или визуальные аспекты, но также отдавая себе отчет в том, что надо взять в руки какой-то инструмент, затянуть какую-то гайку, то есть войти в пространство такого реализма. И тут некоторые тенденции, привычки формируются иногда в ранние годы. Потом они могут укрепляться. И тут большим вызовом является создание компетентных работников, которые будут заниматься целой системой консультаций, которые в состоянии действительно оценивать способности, расположенность детей и молодежи, смотреть, каковы вызовы на рынке труда, какая компетенция окажется той, которой мы сегодня не умеем точно назвать, но которая станет компетенцией будущего, и подготовить их в соответствии с их интересами и подготовить их к таким выборам, которые будут правильными для них. Потому что речь идет не о любых рабочих местах, но о том, чтобы подготовить к таким профессиям, которые повлекут за собой ускоренное развитие наших обществ и станет источником также такой обычной удовлетворенности, что человек делает то, что пригодно, полезно, для общества полезно. И я думаю, что немалым цивилизационным вызовом является воспринимать некоторые решения междисциплинарно, чтобы уметь работать в человеческих командах, чтобы уметь замечать более широкий контекст, общественный, экономический, цивилизационный, и действительно уметь делиться этими умениями.
то, чему мы на данном этапе научимся, и мы за это как государство берем ответственность, должно хорошо переводиться на умение сотрудничать в международном масштабе, чтобы учиться, что изменения настолько существенны, вызовы настолько велики, что необходимо потом работать в коллективах, международных коллективах, и тех, связанных с наукой, и тех, связанных также с экономикой. Глобализация многих явлений приводит к тому, что перед нами очень много подобных вызовов. И если даже смотреть на устойчивое развитие, энергетические вызовы, вызовы, связанные с климатом, то мы видим, что мы вынуждены в разных странах думать подобным образом и создавать такие процессы образования, чтобы, возможно, хорошо подготовиться, справиться с этими вызовами, но также с элементами сотрудничества. Конечно, средства, которые используют конкретные страны, технология, которая должна тут быть задействована. Мы научились, что технология должна поддерживать, например, процесс образования. Вот это такие вещи, которые встают перед нами как вызовы. Но также я думаю, что разделение хороших, лучших практик, обмен опытом является очень важным. Существенным элементом является также создание элементов открытости науки, открытости этих процессов и с точки зрения содержимого, и с точки зрения метод и привлеченных технологий, чтобы действительно воспринимать все больше сюжетов как общее в международном измерении, потому что мы тогда добиваемся элементов синергии и широко понимаемый общественный обмен между людьми становится тем, что будет предоставлять не только удовлетворенность, но и приближать нас к хорошим эффектам. И это такие акценты, о которых стоит разговаривать, потому что, как мы осознаем, что для многих стран большим вызовом является строение сильного положения, сильной позиции не только для образования, но также и для науки в целом, потому что мы знаем, что без достижений науки даже эта борьба с пандемией не привела бы к тому, что мы не смогли бы разговаривать о прививках, если исследования, которые идут впереди, перед некоторыми методами, не проводились на протяжении многих лет. И потом ускорение темпов и интенсивные поиски решений обладают своим солидным фундаментом. И тут могу назвать пример глобального взора на проблему. Это является собой опыт того, что в сложной ситуации всемирного кризиса, я думаю, что мир науки ищет и находит ответы этих вызовов, как я сказал, существенных вызовов, как минимум несколько. Вот, например, такое пространство, как международные форумы, конгрессы, где мы можем делиться лучшими практиками, делиться опытом или намечать себе общие цели. Это тоже такое мероприятие, которое для всех нас неимоверно важно. Надеюсь, что этого типа встречи, как это в Катовице, но также, как видно и слышно в глобальном масштабе, они приведут к тому, что это действительно будет такой оживляющий толчок для нас всех, чтобы пересмотреть все то, чем мы распоряжаемся, это предложение отдельных государств, и поддерживать друг друга, делиться лучшими практиками, достижениями науки, потому что без этого
прийти к какому-либо равновесию, к каким-либо решениям может длиться слишком долго, а динамика всех этих изменений — это привилегий, вызов, и справиться с этим еще надо за определенное время. А перечень этих вызовов длинен. И тут, начиная уже с детского сада, как я упоминал, включая в это различные формы, связанные с основным школьным образованием, средним, включая поддержку молодых ученых, аспирантов, перечень правительственных программ был бы очень длинным. Я не хочу его здесь представлять, но мы во всем этом ищем эффекта синергии, чтобы все эти решения создавали впечатление непрерывности в процессе образования и являлись естественным последствием или предоставляли ощущение эффекта синергии. Я, по-моему, этого достаточно для начала. Я с интересом буду слушать очередных голосов. Спасибо. Огромное спасибо, господин министр, за очень исчерпывающий ответ на этот вопрос. Я отметила такие вопросы, как целеустремленность, междисциплинарность, открытость и так далее. Так что огромное спасибо за ваше высказывание. Сейчас хочу представить других докладчиков. Госпожа Кармен Лихия Гадорама, министр из Колумбии по новым технологиям и коммуникациям. И также к нам примкнул Хорстен Шафер-Гюмбель, член правления Агентства по международному сотрудничеству ГИС из Германии. Это члены нашей панельной дискуссии, которые в онлайновом режиме к нам присоединились. Сейчас госпожа Кармен Лигия Вальдерама, прошу вас взять слово и прокомментировать то, что происходит в Колумбии. Как готовятся дети к изменяющейся действительности в секторе образования? Пожалуйста, включите микрофон. Госпожа Вальдерама, подключите микрофон. У вас отключен микрофон, мы вас не слышим. Да, сейчас будет слышно. Да, я думаю, вас будет слышно. Спасибо огромное. У нас нет звука. А, да, я думаю, что нет такого места на планете, которое не видело бы, насколько важны вызовы, связанные с цифровой трансформацией. И чтобы данная трансформация служила всем людям. Хочу поделиться с вами размышлениями о том, каким был, каким является и будет опыт Колумбии в отношении цифровой трансформации. Как государство мы должны быть союзниками молодежи в отношении всех дисциплин, связанных с математикой, технологией, IT и так далее. Поэтому правительство Колумбии, мое министерство, Министерство по технологиям и связи, телекоммуникации, мое министерство, мы все пришли к выводу с другими министерствами, чтобы вести политику и стратегии, которые ведут к ускорению цифровой трансформации. Для того, чтобы сократить этот пробел и ликвидировать разрыв в отношении использования технологий. Мы в Министерстве технологии являемся лидером этих работ, которые должны быть работами
охватывающими все министерства, министерство сельского хозяйства, образования и так далее. Они все должны быть подключены в этой политике трансформации, преобразования. Наша государственная политика охватывает разные программы цифровой трансформации, которые я могу резюмировать, говоря о двух направлениях. Во-первых, образование талантов. Во-вторых, цифровая трансформация на уровне предприятий. Что касается первого направления работы, а именно образование, развитие талантов, которые необходимы во время всего периода обучения, это наш приоритет. Мы стараемся стимулировать интерес к этим областям, которые связаны с точными науками, и это позволяет нам укреплять как бы желание мальчиков и девочек к тому, чтобы они в будущем захотели поступать в инженерные вузы и так далее. Мы обеспечиваем программы обучения в начальной и средней школе, которая дает возможность продолжать карьеру в точных науках. Мы также сотрудничаем с предприятиями для того, чтобы они учились, как применять искусственный интеллект, блокчейн и так далее. И стараемся, чтобы все эти технологии были предметом обучения в вузах, так, чтобы студенты очень быстро могли понять, каковы реальные требования рынка труда. Очень важно внедрять те знания, которые усваиваются студентами, чтобы их применять в реальной жизни, на практике. Что еще можно сказать? Это могут быть малые предприятия или крупные компании, но тем не менее существует большая потребность не только в Колумбии, но и в других странах. Потребность обучать новых специалистов в области технологии, IT, потому что эти технологии, эти специалисты будут поддерживать развитие экономики. Поэтому мы разрабатываем не только программы образования и обучения в сфере точных наук, но мы стараемся откликиваться на потребности предприятий с точки зрения таких специалистов. То есть у нас очень четко намечена политика, то есть поощрение человеческих талантов, а затем использование этих талантов в разных секторах экономики, использование на благо всей страны, как в промышленном секторе, так и в сельском хозяйстве, чтобы молодежь, обучающаяся в области цифровых наук, точных наук, могла поддерживать развитие сельского хозяйства. У нас уже, кстати, прекрасные успехи в этой области. Мы считаем, что государство, замечая необходимость привлекать все новые таланты в сфере научных наук, оно должно расширять возможности обучения для молодежи, которые хотят развивать свои таланты в этой сфере. Спасибо огромное за ваше высказывание. Спасибо огромное за этот сжатый комментарий. Мы видим, что Колумбия действительно замечает большую необходимость цифровой трансформации в сфере образования, что вы прилагаете усилия, чтобы образовать молодые таланты. Спасибо большое за точку зрения из Колумбии. А сейчас хочу предоставить слово представителям международных организаций. Я позволю себе передать микрофон госпоже Ринале Абдул-Рахим,
Это вице-президент по стратегии, коммуникациям и вовлеченности в организации Internet Society. Спасибо огромное для меня. Это большая честь, что я могу быть сегодня с вами. Я хочу сказать следующее. В интересах каждого государства находится проведение политики по целенаправленному образованию, чтобы приготовить молодых людей к будущим вызовам, в частности, на рынке труда. Очень важно, чтобы данная политика была инклюзивной, чтобы она продвигала доступ к ресурсам, образовательным ресурсам, в частности, и среди групп населения, которые являются либо малообеспеченными, или и живущими, например, в сельских местностях или в малообеспеченных семьях. Что касается доступа к образованию, мы должны также укреплять возможности доступа девочек и девушек к такому образованию. Наша пандемия COVID-19 показала нам, в какой степени мы зависим от интернета и насколько важна устойчивость интернет-среды. Это был важный урок, вот, которому мы научились, когда нам пришлось оставаться дома. Отсутствие доступа к интернету означает отсутствие доступа к образованию. И во многих странах экономический рост был приостановлен. Когда мы перемещаемся в сторону будущего, следует помнить о том, что упор будет делаться на гибридное обучение с использованием интернета и цифровых технологий. То есть мы знаем, что почти половина населения мира живет офлайн. Большинство из этих лиц – это женщины из развивающихся стран. Если они не подключаются к интернету, как будет выглядеть будущее их образования, как будет выглядеть их работа и будущее их детей? Так что повсеместный доступ в интернет является ключевым, но этот доступ не должен быть слишком дорогостоящим. И это должен быть доступ к скоростному интернету, если мы хотели бы обеспечить доступ к онлайн-образованию для всех. И 5 вопросов, которые кажутся очень важными. Во-первых, на уровне центрального правительства каждой страны должны быть предприняты обязательства по гарантии доступа в интернет для всех граждан. Необходимы дальнейшие инвестиции в глобальную связь. Во-третьих, нам необходимы гибкие подходы к финансированию образовательных проектов. Тема номер 4 – это финансирование программ повсеместного доступа в интернет или к интернету, которые будут также охватывать исследовательские институты и образовательные учреждения. И в-пятых, нам нужен повсеместный недорогой доступ в интернет. И хочу в завершении сказать, что для успеха мы должны сфокусировать внимание на доступе в интернет и устранять неравенство в этой области. Спасибо. Я когда готовилась к этой дискуссии, мне просто поразило, что половина человечества в наше время живут офлайн, в частности, женщины и люди из сельских местностей. Спасибо, госпожа Абдул-Рахмен. А сейчас господин Лук Маккен, директор по развивающимся рынкам и с государственного сектора для стран ЭМА и ЛТМ. Спасибо большое за возможность принять участие в этой дискуссии. Очень трудно добавить что-нибудь новое, но хочу подчеркнуть несколько моментов.
С моей перспективы важным вопросом был бы вопрос о том, к какому будущему мы готовимся, если мы готовимся к будущему исключительно в технологическом измерении, мы упускаем из виду очень важный момент. Несомненно, образование по предметам из группы STEM является очень важным. И процесс цифровизации будет развиваться на протяжении следующих десятилетий. Но вот давайте мы не будем забывать о так называемых мягких навыках, которые полностью необходимы, если мы хотим полностью использовать интернет-ресурсы. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. То есть мы должны говорить о том, как сотрудничать эффективно, как обучать сотрудничеству, как разрешать проблемы, как развивать основные навыки, позволяющие сегодняшним детям стать взрослыми в будущем, взрослыми, которые смогут функционировать в будущем. Самый главный навык, по всей вероятности, это будет навык адаптации, то есть приспособления к изменениям, чтобы мы учились, как приспосабливаться, как продолжать рост, наш карьерный рост в будущем. И думаю о том, вот когда я начинал свой путь, первую работу, когда я поступала на работу впервые 25 лет тому назад, тогда многие названия профессий и названия должности не существовали. То есть мы должны думать о том, как мы сможем приспосабливаться к изменениям на рынке труда. Это очень важно. И мы не должны фокусировать внимание на очень узком наборе навыков, которые тесно связаны с новыми технологиями. Для нас важны также мягкие навыки, которые позволят нам приспосабливаться к изменениям во времени. Мне также кажется, что у нас впереди еще другие вызовы, другие задачи. Предыдущая участница нашего разговора об этом уже говорила, а именно вопрос доступа. Очень большим вызовом в сфере обучения и образования является недостаточный доступ молодежи к интернет-ресурсам. Но вот доступ в интернет – это не все, это не решает все проблемы. В экономике на продвинутом уровне очень легко обеспечить доступ в интернет. Но вот, например, в африканских странах уровень участия в цифровых услугах гораздо ниже. И у нас впереди в связи с этим очень много инфраструктурных вызовов. Для того, чтобы мы смогли обеспечить доступ глобального сообщества в интернет. И это вот самые главные моменты, которые мне сейчас пришли в голову. Спасибо большое, господин Лук Маккент. Это действительно ключевые вопросы. Иногда у меня появляется ощущение, что чем более технологически продвинутыми мы являемся, тем более нам приходится задумываться о самом основном, о том, как работает наш ум, как сохранить спокойствие в цифровой эпохе, как не забыть об основных правах человека. Надеюсь, что нам удастся дать ответы на некоторые из этих вопросов. Теперь я перейду к господину Джону Вамвакетису, директору Google for Education. Мы хотели бы услышать ваши комментарии о том, как справиться с глобальными вызовами, связанными с образованием в цифровую эпоху. Как справиться с проблемами с будущим на рынке труда? Спасибо. Мы услышали сегодня уже много замечательных комментариев. Может быть, я скажу сейчас несколько таких вводных замечаний, а потом более подробно. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. В рамках Google мы
фокусируемся на сборе и обогащении образовательной среды цифровыми инструментами. Так это выглядело на протяжении последних лет. И тут, может быть, я бы указал на несколько важнейших вопросов. Некоторые из них будут повторением того, что уже было сегодня сказано. То есть мы действительно сосредоточены на предметах из группы STEM. Это само собой разумеется. Но стоит также помнить и о том, что сейчас миллионы людей во всем мире заменили свои дома в виртуальные офисы. Так это происходило во время пандемии. И то же самое относится к образованию. Значит, это резкое изменение. Необходимо подчеркнуть и влияние цифровых услуг на образование и рынок труда в различных ситуациях, в разных странах. Мы, наверное, будем продолжать работы и обучение онлайн. И тут приходится нам поддерживать учителей, преподавателей, чтобы они продолжали играть важную роль, действуя в онлайн-среде. И здесь технология становится очень важным инструментом, но не целью самой по себе. Будем также помнить и о том, что мы не в состоянии все предвидеть до конца. Я думаю, что некоторые из участников дискуссии уже об этом упомянули. И поэтому очень важной является эластичность. Нам приходится делать упор на эластичность, потому что мы не знаем, что произойдет в будущем, какие новые профессии появятся на рынке труда. Мы не в состоянии подготовить молодежь к тому, что придет в будущем в такой степени, как бы нам хотелось. Скорее всего, нам надо подготовить молодежь так, чтобы они эластично умели адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Давайте помнить о том, что образовательная среда должна быть интерактивной, захватывающей и, прежде всего, инклюзивной. Технология просто-запросто инструмент. Вместо карандаша, тетради мы сейчас используем цифровые технологии. И очень важным является то, чтобы мы говорили о таких правительственных политиках, которые поддерживают доступ к интернету, которые, возможно, в большей степени используют потенциал цифровой трансформации. Я думаю, что STEM, предметы из группы STEM, такие как наука, техника, инженерия, это не важнейший, не единственный элемент трансформации. Надо быть искренним. Приходится подготовить учеников и студентов к тому, чтобы они умели начать работать в будущем. И, конечно, мы будем говорить о развитии по группе предметов из группы STEM, по цифровым технологиям. Это, безусловно, замечательный источник новых навыков, но кроме предметов из группы STEM остаются еще фундаментальные вопросы из сферы образования, которые приводят успех в движение, так сказать. А именно, нам необходима подходящая инфраструктура, чтобы онлайн-образование было эффективным. И давайте помнить о том, что мы должны вводить эти изменения в рамках партнерства с различными группами интересов. И тут будут представители, в том числе и учителей, но и с привлечением организаций родителей в создание новых образовательных программ. Значит, безусловно, не будет замедленным использование новых технологий, а это означает, что нам всем приходится научиться этим новым технологиям. Очень интенсивно мы работаем над новыми программами, которые облегчают работу учителей и учеников на онлайновых площадках. Мы хотим, чтобы учителя чувствовали себя уверенно, чтобы у них было чувство большей созидательности. Поэтому важно, чтобы в эти инициативы привлекались учителя, которые ведут ведь этот образовательный процесс. Спасибо, Джон. И это опять была совершенно другая перспектива.
перспектива поставщика цифровых технологий, эластичность. В этом контексте, о котором мы говорили, очень важна. Но, несомненно, важно и то, что мы сделаем в контексте усиления учителей, которые будут отвечать за формирование молодых талантов. Сердечно вас благодарю, Джон. И этот же вопрос я хотела бы задать господину Бенге Сезану, управляющему директору, Paradigm Initiative. Тут речь пойдет о непривилегированной молодежи в Африке, которая действует в тех местах, в которых доступ к интернету ограничен. Спасибо. Если пандемия коронавируса чему-нибудь нас научила, то это тот факт, что есть два вида молодых людей. Один тип — это те люди, которые используют возможности, которые создаются также в связи с новыми технологиями, и учатся. Они используют любую возможность, чтобы улучшить свои навыки, чтобы становиться еще более независимыми в плане образования и формировать и приобретать мягкие умения. С другой стороны, другая категория молодых людей, которые не учатся, но они не только не учатся новому, но забывают и то, чему они научились раньше. Итак, в марте 2020 года школы были закрыты. Оказалось, что существовала целая группа молодых людей, которые забыли того, чему они научились раньше. Значит, эта цифровая бездна еще углубилась. А это та бездна, в рамках которой 40% жителей мира — это люди без какого-либо доступа к цифровым технологиям. Значит, кажется, что они живут в совершенно другом мире, чем тот, который нам привычен, с немедленным доступом к информации и новым знаниям. Поэтому любые политики, о которых мы здесь собеседуем, должны учитывать два факта. Во-первых, это действительность, в которой мы живем сейчас. То есть, безусловно, политики, касающиеся технологий, очень важны. Мы должны их внедрять, но мы должны позаботиться и о том, чтобы эти политики были адаптированы к действительности, потому что очень часто разрыв между политиками и действительным миром. Не будем забывать, что у многих учеников нет доступа к компьютерам. То есть сценарий бывает и таким, что многие правительства говорят о том, что можно использовать возможности интернет-кафе, чтобы учиться, и таким образом пользоваться цифровыми технологиями. Но этого недостаточно. Все время нам приходится совершенствовать доступ к цифровым технологиям. Конечно, нам приходится учесть и тот факт, что 40% мировой популяции не имеет доступа к интернету. Это тот вызов, который нужно учесть в новосоздаваемых политиках. Очень часто, конечно, например, если говорить о предметах из группы STEM, приходится создавать политики, которые отвечают действительности национальных общественно-экономических программ. А часто вузы выпускают выпускников, которые просто не найдут работу на так динамически развивающемся рынке, потому что у них нет соответствующих инструментов и знаний. Поэтому требуется сотрудничество между правительствами и отраслью, рынком труда, чтобы определить те навыки, которые будут необходимыми в будущем. В Нигерии и в других странах, значит, нам необходимо совершенно диагностировать потребности отрасли и каким образом вузы могут адаптировать свои программы к этим потребностям. И, наконец, я хотел бы сказать, что перед нами очередной вызов. Приходится выполнять такие проекты, которые помогают приобретать эти новые навыки, а также использовать эффектного масштаба, то есть анализировать те проекты, которые уже внедрены, и можно бы даже попытаться перенести их на свою почву, чтобы, например, увеличить масштаб данного проекта. Многие проекты были такими, которые были направлены только к небольшим группам молодежи. Но можно представить себе ситуации, когда эти проекты в благоприятных условиях можно бы направить более широким кругам получателей. Спасибо. Вы подчеркнули, что действительность пандемии коронавируса еще
более ярко показала действительность цифрового исключения. Это проблема, которая не касается лишь только Африки или развивающихся стран, но это также и проблема развитых стран. Например, в Швейцарии во время пандемии учителя жаловались, что у них нет компьютеров, на которых они могли бы работать, и при помощи которых они могли бы вести занятия с детьми. То есть это глобальная проблема. Можно сказать, что пандемия коронавируса открыла наши глаза на эту ужасную действительность и этот раздев, который присутствует в сегодняшнем мире. Итак, мы дошли к концу первого раунда вопросов в нашей дискуссии. Перейдем дальше. Мы будем обсуждать, как правительства могут повышать эффективность использования новых технологий в общем. Но речь идет не просто об учителях, учениках, но обо всех людях, о всех людях, о всех членах общества. Как обеспечить, чтобы все они приобретали необходимые навыки, которые необходимы для использования новых технологий. Не будем забывать о пожилых. Надо помнить о том, что наши общества стареют в большой степени и в Китае, и в других странах. Начнем еще раз с госпожи Вальдеррама. Надеюсь, что она сможет взять голос. Я хочу сказать, что я согласна с тем, о чем говорили предыдущие выступающие. По крайней мере, с точки зрения Колумбии, нельзя забывать о трех очень важных моментах. То есть мы должны приложить усилия не только в сфере связи, и мы не должны этим ограничиваться. Мы должны донести связь ко всем жителям нашей страны, в том числе и к пожилым людям, пенсионерам, чтобы все могли пользоваться этими системами общения и связи, чтобы они знали, как ими пользоваться. В Колумбии мы делаем все, чтобы технологии использовались не только в повседневной жизни наших граждан, но мы хотим также, чтобы она помогала им в повседневной жизни. В этом контексте я хотела вам сказать, что мы делаем в нашей стране на уровне государственной политики, чтобы обеспечить те конкретные потребности нашего общества, нашего населения. В Колумбии мы проводим много мероприятий, проектов, направленных на разные группы населения, женщин, молодежи, предпринимателей. У нас есть также проект, очень важный для меня лично. Это проект, направленный на женщин, у которых нет образования. В рамках этого проекта мы обучаем цифровым навыкам тех, кто не имел никогда ничего общего с цифровыми технологиями. Технологии должны помогать именно вот таким женщинам, в частности. Извините, что я вас перебиваю, потому что мне сказали, что у нас осталось всего лишь 3 минуты. Огромное спасибо. Это был очень важный голос. И у меня еще остались вопросы, но я перейду к последнему вопросу. Как вы можете определить справедливые условия работы и занятости, и откуда могут прийти изменения? Господин Торстен Шефер-Гюмбел, 2 минуты буквально, из ГИЗ. Пожалуйста, прокомментируйте. Извините, пожалуйста, но у нас очень ограниченное время. У нас осталось всего лишь 2 минуты. Хорошо. Я могу сказать следующее, что сейчас у нас нет перевода. Дигитализация может сыграть важную роль в нашей партнерских странах.
Докладчик говорит на языке, для которого нет перевода. Огромное спасибо. Я, к сожалению, не смогла получить перевод вашего высказывания, но я надеюсь, что организаторы позаботятся об этом. Но наверняка перевод вашего выступления будет доступен в цифровом формате. Извините, пожалуйста, что у меня... то мне пришлось ограничивать время вашего выступления, но, к сожалению, мы должны уже заканчивать наше высказывание и нашу сессию. Ну, тут все в онлайн-режиме проходит, и поэтому мы должны заканчивать вовремя. Так что спасибо огромное. Я хочу поаплодировать всем нашим выступающим. И действительно, я хочу поблагодарить всем за возможность быть модератором этой панельной дискуссии. Надеюсь, что мы продолжим эту интересную дискуссию в будущем. Спасибо огромное и до свидания, до следующих встреч, до новых встреч. Огромное спасибо. Спасибо.